Кто у вас стартовая шестерка по настольным играм? Макс Михайлов вообще не пропускает никогда. И, ну, как и обычно, в общем-то, да. Что на тренировке, что здесь. Не пропускает и выкладывается на все 100, очень серьезно относится. Леха Кононов, Артем Вольвич последнее время лентяничает. В общем, тоже ничего нового, да, что тренировки, что настольные игры, очень показательно. Ильшат Уфик, это преподавательского состава. Молодежь, на удивление, и Лоран. Никита Алексеев тоже с удовольствием всегда играет. Вот Валек, сейчас мы его тоже потихонечку. Вадим Лихошерстов также вот не пропустил ни полет в Новосибирск, ни перелет в Бельгию. Крестики-нолики только не получается в зале играть. Да, мы, кстати, пробовали на тренировке некоторые игры. Но это не настольные игры, да, но это... Напольные. Это мы совмещали физическую работу с умственной. Ты должен сообразить, куда тебе поставить фишечку. Собрать линию из трех крестиков или из трех ноликов. Но не всегда у нас. Все хорошо бегут, но не всегда получается собрать линию. Да я последние 10 лет уже играю в настольные игры. То есть все сейчас на гаджетах, и понемножечку старое возвращается. У меня дома большая коллекция. Я, можно сказать, являюсь своеобразным фанатом. Началось, наверное, все с «Мафии». Еще в Пекине, в сборной команде на Олимпиаде. Играем в «Codenames». Интересная интеллектуальная игра, довольно-таки спокойная. С вами вместе играли в «Бум». Еще есть «Imaginarium». Просто немножко оторвать и себя, и ребят от... этих гаджетов, от этих ноутбуков, телевизоров. Сегодня мы играли с Алексеем Игоревичем в разных командах. Наши команды по одной победе одержали, поэтому завтра, помимо экскурсии в Брюгге, после вечерней тренировки, вы увидите, как мы будем пробивать друг другу пендели, или как это назвать? Дно. Мы попробуем залечь на дно в Брюгге, а после тренировки пробить друг другу пенальти по три удара. На пятой точке. Увидите завтра на ZTV. Все, расходимся. Пойдет? Прикольно, пацаны, круто. Пойдет? Валя, где прием? Как я должен поставать с ним прием?